Дорогие друзья, всем добрый прекрасный день. Вы у нас на канале нашего домашнего питомника Elite Pets, город Евпатория, Крым. Напоминаю о том, что в нашем домашнем питомнике есть детки, которые ищут своих мам и пап. В нашем питомнике есть самые замечательные, самые прекрасные детки, которых мы растим с большой душой, с большой любовью, заботой о них. Итак, напоминаю, что у нас ищет самую-самую лучшую, самую прекрасную семью вот этих два прекрасных молодых человечка. Да? Человечка. Именно так, потому что эти мальчишки потрясающие. Кто впервые нас видит, знакомьтесь, это мальчишечки, мини-мальчишки, два брата, близнеца, двое из ларца одинаковы с лица, два мальчика, которые предлагаются в одну семью. Это два родных брата, мини-мальчишки до 2 килограмм. Прекрасно, посмотрите на них. Это просто чудесные ребята, которые просто не могут жить друг без друга. Поэтому предлагаются только в одну семью и никак иначе. Просто никак. И не просите. И даже нет разговора об этом. Кто впервые нас видит, я немножечко расскажу, что два мальчишки, два родных брата, которые имеют некую связь между собой. Они друг без друга не могут. То есть они рядом спят, рядом едят, вместе гуляют, вместе дерутся, вместе общаются. Все делается вместе. Кому интересно, может посмотреть наши предыдущие видео, и из этих видео можно сделать выводы, что это действительно так. Это я заметила с самого-самого рождения. Думала, да показалось. Да нет, не показалось. Такое я вижу впервые, именно вот такую связь между собачками. Это действительно так. Делала эксперименты такие интересные, повторюсь, уже рассказывала о них. Прикрывала, допустим, одного в одной комнате, другого в другой. И они оба сидели у дверей, только с разных сторон. И, конечно же, голосили, конечно же, гавкали, конечно же, просились, чтобы их впустили друг к другу. И когда открывали двери, ой, это было столько радости, столько было счастья. Поэтому вот такие мальчишечки имеют некую связь, как у близнецов, и ищут только одну семью. Повторюсь, что не просите, даже не может быть речи. Я рассказываю об этом бесконечно, но находятся люди, которые все равно, мы бы взяли бы одного. Не, ребят, возьмите одного. У нас тоже есть ребятки по одному. Я рассказываю тоже о них. Ну, коль наши детки вас не устраивают, возьмите в другом месте. Ни в коем случае, ни за какие деньги, ни за какие просто вот упрашивания, да, я не отдам одного без другого. Ну, потому что я так решила, потому что так есть, и действительно им друг без друга будет плохо. Поэтому не нужно изобретать велосипед. Вот такие два классных мальчика, которых, ой, я забыла их представить, кто их не знает. Атос и Арамис. Два мальчишки, близнеца, ждут самую лучшую, самую ответственную, самую любящую семью. Семью, в которой есть большое любящее сердце на двоих, на вот таких шилопопиков, прекрасных мальчишек. Мальчишки просто обалденные, ну это видно. Мальчики уже подрощенные, вот такие маленькие, 300% и будут. Обещаю, больше они не вырастут, до 2 килограмм. Ну, может быть, я там в каких-то граммах немножко ошиблась, я не взвешиваю их. Мальчики очень маленькие, волос у них уже длинный, немножко я их под себя сколтунила. Нет, мы сейчас искупались. Хотим показаться вам в полной красе. Шикарные мальчишки, просто шикарные. Расчесались. Прекрасно мальчики проходят процедуру купания, расчесывания, сушку феном, одевание бантика. Все это по желанию. Если новые владельцы решат, что мальчиков нужно подстричь, сделать им красивую стрижечку, пожалуйста, это ваше право. Пока наши мальчишки с длинным волосом,
шелковым, прекрасным волосом, в окрасе золото-платином. Вот такой классный, классный, красивый волос и окрас. Просто шустрики, быстрики. Вот такие сладкие, сладкие мальчики ждут самую ответственную, любящую семью. Хотелось бы, ну, это такое пожелание, чтобы мальчики переехали, конечно, либо в просторную квартиру, ну, как минимум, ну, а как максимум, конечно же, и это было бы вообще сверхсчастье, в частный дом, где можно побегать, поиграться. Ребятки наши выросли, ну, на просторах, крымских просторах, да, у нас большой двор, ребята имеют ежедневную прогулку самостоятельную, то есть бегать, прыгать, погулять, то есть это без проблем, и, конечно же, они к этому привыкли. Либо, чтобы у вас было реальное время взять их вдвоем на поводочки и гулять где-то, ну, по городу, допустим. Ну, потому что, да, хочется, чтобы ребятки жили хорошо, каждый из наших деток хорошо, чтобы уделяли им внимание, чтобы они могли много погулять, потому что энергия, активность у них аж прет. Да, вот такие они замечательные, хоть и маленькие, аккуратненькие, но побегать, поиграться, повеселиться, полюбопытничать, это они очень любят. Вот такие вот сидят, а уже нужно бежать, уже нужно что-то вот им, там где-то там что-то шумят, там где-то дерутся, скажи, а как же мы, а как же мы? Все случилось без нас, да, мои хорошие? Вот такие классные мальчики. Атос и Арамис в поиске мамочки, папочки. Кого мальчики заинтересовали, пожалуйста, пишите. Вайбер, WhatsApp, Telegram, телефончик под видео. Доставочка у нас есть в любую точку мира. Стоит только захотеть. Все вопросы пишите в личные сообщения, будем все обсуждать. Доставочка есть, но все же, откуда, где вы, как вы, что вы, мне хотелось бы немножко узнать о вашей семье. Куда уедут вот эти прекрасные мальчишки, маленькие сыночки. Немножко информацию о вас, конечно, мне бы хотелось знать. Вот такие прекрасные мальчики, повторяюсь, близнецы, только в одну семью. Атос и Арамис ждут мамочек-папочек. Два маленьких-маленьких мальчика. Вот, вот они, вот, вот такие вот просто прекрасные мальчишки. Просто вы будете гордиться, когда идти вот так вот вместо меня. Классные мальчишки. Очень интересно за ними, кстати, наблюдать. Это прям потрясающе. Такие, какой характер, такие интересные у них мысли. Как-то вот они так понимают друг друга вот просто флюидами своими прекрасными, не могу сказать. Но очень интересно за ними наблюдать. Очень. Прямо они настолько классные, что вот это поймет только новый владелец вот этих прекрасных мальчишек. Поэтому, кого заинтересовали, вот этих два счастья, два прекрасных мальчика, два замечательных, замечательных, красивенные мальчишки. Посмотрите на эти носики, на эти ушки. Все просто чудесно и прекрасно. Пожалуйста, обращайтесь в Вайбер, WhatsApp, Telegram, телефончик под видео. Мы ждем самую любящую, самую лучшую семью для каждого из наших питомцев, для каждого из наших выпускников. Мы ищем только самые лучшие семьи. Ну, а мальчишки, да, вот такие классные, ждут тоже мамочек и папочек. Классные мальчишечки. Обращайтесь, дорогие друзья.